26 сентября в больницах, детских садах и школах столицы республики станет теплее. Соответствующее постановление о начале отопительного сезона пока только для детей и больных подписал сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Такое распоряжение принято из-за резкого понижения среднесуточной температуры. Кроме того, по данным администрации, в столице завершились работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону. Спустя несколько дней тепло дадут в жилые дома и организации. Распоряжение главы столичной администрации вполне своевременно. По данным синоптиков, уже в пятницу днем ожидается лишь 6 градусов тепла. А по некоторым прогнозам может быть и мокрый снег. Правда, пугаться не стоит, на землю он не ляжет, успокаивают синоптики. Но все же одеться потеплее не мешает.